то, что украинцы. Вот, поэтому нам пришлось, и наша программа здоровья принята в Горсовете, она одна из лучших. Также важно, мы стараемся по многих встреч международных принять реальные изменения здесь, мы не останавливаемся. И... То, что сейчас мы проводим 42 города, которые можно попасть. Покажем друзья и страны, которые послали. Потому что вы, я достаточно прямой человек, и, конечно, в наше время действительно особенно жители городов. Для меня сегодня, я думаю, для города Одессы очень интересная и историческая встреча. Мы долго ждали этой встречи, и благодаря губернатору региона Имерети она состоялась. Она состоялась, потому что наши народы, особенно я буду говорить за Одессу, Одесса и Грузия – это что-то было неразделимое когда-то, это было единое целое. И грузинское гостеприимство, и темперамент, и наши отношения. Вот я вырос в Одессе, мы всегда как-то с большим уважением друг к другу относились. Грузинам всегда нравились одесситы, одесситам всегда нравилась Грузия, грузины, поэтому жители Грузии. Поэтому сегодня, я еще раз хочу сказать, исторический день. Я думаю, с этого дня начнется наши плотные дружеские отношения. Регион Имерети очень интересный во всех отношениях. На встрече мы примерно так представили себе тот план нашего сотрудничества, который сейчас уже окончательно выработаем и начнем двигаться. Одесса расширяет свои границы. Вы это знаете, вы наблюдаете, вы видите, что это достаточно происходит интенсивно. Поездка в этом месяце планируется в Марракеш, Марокко, где мы подпишем наши братские отношения с Марракешем. И будем планировать поездку в Имерети, где нас ждут и с удовольствием приняли это приглашение. После этого будем сообщать одесситам о наших взаимоотношениях и дружбе. Я так понял, что очень насыщенный визит в Украину в целом. Это и Киев, и Одесса. И, конечно, за такой маленький промежуток времени всего не увидишь. Конечно, я буду с удовольствием ждать еще раз губернатора региона Имерети к нам в Одессу, для того, чтобы более детально показать и наша работа, наши планы, нашу работу по восстановлению архитектурного нашего наследия, культурного наследия города Одессы. Покажем им наши достижения и в работе муниципалитета. Нам есть чем обменяться. Конечно, с удовольствием хотелось бы показать и обменяться тем опытом, который есть в Грузии по работе центра административных услуг. Особенно это актуально для Кутаиси и для этого региона. Нам есть о чем говорить. Я в Одессе впервые. У нас официальный визит в Украину. Мы были в Херсоне. Сейчас в Одессе, сегодня едем в Киев. И я могу заметить, что очень интересная встреча была с мэром. Одесса в целом очень хорошо развивается и на правильном пути децентрализации, которая тоже у нас происходит сейчас. И мы с мэром обговорили и параллели, которые в наших странах, и обговорили дальнейшие наши сотрудничества с Имерети и Одессой. И у нас в мае будет проходить бизнес-форум большой, международный, и мы пригласили мэра и бизнес-кругов в Имерети, так что будем их ждать. Наша Одесса – туристический город, и Кутаиси тоже туристический город. Вы знаете, что у нас есть аэропорт, который еще мы строим новый терминал, который даст уже нам возможность принять где-то до 2 миллионов туристов в году. И эти направления как бы взаимосвязаны, и мы очень хотим, что прямые рейсы, которые только летом сейчас из Одессы, Кутаиси, Тбилиси и Батуми, чтобы были более часто.